Во дворце молодежи собрались участники турнира по армрестлингу «Сибирский медведь» со всей Сибири. Около сотни спортсменов из Омской области, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска, Томска, Алтайского края спорили за медали турнира, организаторами которого являются региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска, Российская ассоциация армспорта, а также областная федерация. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта уделяет всем видам спорта изначально. Наш армспорт, он у нас проходит на праздниках Королевы спорта, там, где наши сельские ребята начинают заниматься этим видом спорта. Поэтому преемственность очень большая. Поддержать участников состязаний пришел победитель международного турнира по силовому экстриму «Арнольд Классик». Среди любителей – Михаил Шевляков. Это один из немногих видов спорта, который вообще как бы схож с родней богатырским забавам, так же какой-то силовой экстрим. И мне вдвойне приятнее как бы поддержать вот молодых атлетов своим присутствием, своим начинанием, которыми я вот, своими победами, чтобы равнялись и на своих чемпионов, и на наших. Древнейший вид спорта был возрожден в 1960-е годы в США. В сентябре в 1962 году в Калифорнии был проведен первый чемпионат мира по рист-рестлингу. Так была названа эта борьба. Дословно – борьба запястьями. Одноименные руки соревнующихся ставятся на стол, ладони сплетаются в замок. Задача рукоборца – прижать руку противника к поверхности. На участников поединка накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений. Сегодня участники соперничают в личном и командном первенстве. Выявляют лидеров на правой и левой руках в каждой весовой категории. На трех помостах идет борьба силачей. Мероприятие наше, я считаю, будет набирать обороты, потому что каждое наше соревнование привлекает больше участников и зрителей. Соревнования представительные, стать лидером – цель каждого. Однако на сегодняшнем турнире есть и такие, для кого этот старт проходной. Уже есть опыт на международных соревнованиях. Был в Турции в 2010-2011 году, стал двукратным чемпионом. Ну, на Европе вторым-третье, серебро, бронза было. Четырехкратного чемпиона Европы. По итогам турнира команда Омской области заняла первое общекомандное место. Кубок чемпионов остается в Омске. Победители и призеры в личном первенстве награждены дипломами и денежными премиями. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью во многих частях света. И сибирский медведь это подтвердил.